Приветствую всех! Сегодня у нас Лего Дупла Таун, называется полицейский мотоцикл. Для детей от 2 лет. Это небольшой конструктор, здесь всего 8 деталей. Вот как коробочка выглядит. Здесь вот сами детали нарисованы, которые в этом конструкторе есть. Ну что ж, будем смотреть. Вот что было в коробочке. Собственно, наши 8 деталей. Мотоцикл он уже собранный, так сказать, не разборной. Это единая конструкция. Вот. Сам полицейский тоже такой красавец. Вид спереди, вид сзади. У него ноги двигаются две вместе. Вот, можно так сделать. И ручки по отдельности. Голова тоже крутится в стороны. Знак. Стоп и движение. Ой. Так, секунду. Знак упал. Ну и вот остальные детали, которые, собственно, и участвуют в строительстве. Сейчас мы будем их смотреть. Вот такая инструкция. Вот тут уже другие наборчики, которые есть для деток такого возраста. Ну и вот наш полицейский с мотоциклом, со знаком. Ну, смотрим, у нас должна быть вот типа такой будочки полицейского. Вот. Сейчас мы ее построим. Тут строить недолго. Вот здесь есть специальные пазы, куда вставляется окошко. Оп, все, окошко закрылось. Ну, крыша. Все, это готово. Тут может быть полицейский. Вот так. Видно его? Видно, вон он. Ну, мотоцикл. Он может сидеть на мотоцикле. Сделаем вот так. Посадим его сейчас. Оп. Все. Он сидит. Ну и знак. Знак у нас будет вот такой. Ну, такой простенький конструктор. Но, тем не менее, и ребенок может играть потом и с мотоциклом, и с фигура этой будочки, и с полицейским. Так что для маленьких детей как раз развивать тактильную чувствительность, развивать моторику, такой конструктор подойдет. Советую всем. Он не очень дорогой. Спасибо за внимание.